Я говорила всем тогда, приходите, ракушки защищайте. Да видите, мы защищали, видите? Вспомни, и что? Да, эти сидели, мы гаражники, нас не тронут. Я говорю, да, вас доберутся. Говорю, вы понимаете, что это люди вложили деньги, это их собственность. И тут ваша собственность. Разрушили вам все. Заплатили. Кому-то там заплатили, но не всем. Да? Там через посеха, там через суды. Да, нам заплатят. Да, ой, я тебя умоляю, там не смешные, знаю, конечно, деньги. Да там смешные деньги заплатили. Так, вот, кто там руководит? А, Корнеева. Yeah.